первую очередь, нужно сказать, от которых растений лучше отказаться. Растение в детскую не должно содержать токсичных веществ, быть без колючек, иметь спокойный вид. Оно не должно быть крупным. Ребенок не должен об него пораниться, уронить, повалить или опрокинуть на себя или испугаться ночью. Воздержитесь от ампельных растений. Лучше всего, если это будут различные бабушкины цветы. Неприхотливые растения, отличающиеся своей выносливостью и привлекательным внешним видом даже в тяжелых условиях. Фиалки, бальзамин, хлорофитум, бегония, гибискус, молодые растения, сансевьери, зигакактус и др. Прислушивайтесь к детям постарше и вместе осуществляйте походы в магазины за новыми растениями. Такими, которые понравятся самому ребенку. Так будет лучше всего. Даже если оно будет из ароидных или какой-нибудь кактус, не бойтесь, вы сможете вместе разобраться и научиться правильному обращению с таким растением.